Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Теперь уже вот в Москве. Был я в Москве, попал на Wing Wine Day. Это первый фестиваль маркета вина в Москве. В лофте Brooklyn Studio. Что это такое? Это винотека. На двух этажах особняка располагались несколько винных баров, фудкорт, зона воркшопов, разных книжных магазинов, летняя терраса. Значит, можно было получить в подарок какие-то сумки, ну, какую-то такую мелочевку, если где-то регистрируешься. Ну, действительно очень интересно. То есть билет стоил порядка 500 рублей. Ну, сначала он стоил 200 рублей в интернете, а потом 500 рублей. На входе дают маленькую такую бумажку вот, с планом и наклеивают на руку бумажку, тоже бумажечку, на которой написано название этого мероприятия. Вот, и в каждом зале, где расположены различные производители вина, ты можешь подойти и взять на пробу немножко вина. То есть вот этот билет за 200, а потом он стал стоить 500 рублей, предполагает то, что ты возьмешь всего лишь 3 маленьких бокальчика вина, даже не бокала, а сколько там граммов. 50, 100 вина. Очень интересно. Но еще ко всему прочему, можно, конечно, кроме дегустации на маркете, можно было приобрести бутылки. Действительно, достаточно, ну, неплохой цене. После этого дать все эти бутылки винный гардероб. И организаторы позаботились, чтобы эти бутылки каким-то образом можно даже было доставлять на дом. Было интересно, весело и хорошо. Вот так я провел это время. Да, кстати, там еще на первом этаже устрицы давали к игристому вину. Вот, такие дела. Все, пока, всем привет. До свидания. Много интересного вокруг нас.